Всем привет! Вот 15 апреля, первый день, когда температура больше плюс 15 в тени, и сразу вся пасека пошла на нормальный облет. Сейчас литочки открою, только приехал. Пчелы сидят, ждут, когда хозяин откроет двери. Хороший вид и хороший звук. Красота. Наконец-то весна пришла. Сейчас обещают хорошую погоду 2 дня. Я думаю, завтра, возможно, уже будет первая пыльца, сивы, свербы. Спасибо, что смотрите. Будьте здоровы. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Пока. Вот на другой день, 16 апреля, понесли пыльцу.